Массаж на руку.
das nicht, ne? Jetzt schick das doch. Ruhig. Ruhig. Настя, ты с этой стороны? Это же фотка. Ты можешь делать и фотку? Я видео делал. Видео это самая бомба. Нет, ты вас на ксейку. Моя футболка нравится, да? Моя футболка тебе нравится. Твоя футболка? Она плохо. Нравится, да? Видео про видео даже. Нравится. Прям реакция. Вот, поверни кресло на чуть-чуть. Вот так вот. Лизуха прошла перерождение. Устала, не бойся. Лиза, устала, не бойся. А ты что, она устала ужасно. Она лежит и все. Волосики обрезали? Да, волосики. Значит, после пострижения свечки гасит. Только после пострижения. Значит, это можно как-то в документ положить, когда был контракт. Значит, либо на память о крещении взять. Не особая религия какая-то, волосы просто. Так ее подстригать сейчас там? Да, да. А ты побрился, видишь? Которое вы использовали на крещение после окончания молитв, всех молитв, можно будет их снова зажечь и поставить в один из трех подсвечников впереди о здравии. Либо можно не зажигать их, а тоже забрать домой на память о крещении, как и волосы. Можно так сделать, можно. Хотите забрать? Заберем. Лизочка. Ты снимаешь? Да. Лизочка. Ну все, устала. Она еще Лизонька. Ну сейчас, подождите еще минутку. Отдохнет и под руку засунет. Она устала. А вот посмотри, какая у бабушки цаца. Какая твоя цаца. Ой, какая цаца. Она спит еще. Сейчас, ребят, сейчас она, или ты снимаешь, полежит немного на спинке, а потом опять перевернем. Оп, опять. Ай, мамочка, мамочка. Опа, бабушка схватила. Бабушка папа, схватила. Что там делали? Бабушка блеснула. Смотри, солнышко, смотри. Зеленая была. Метель ей пер... Ну, а на дверях вот так перед дверями висят... Висят очки. Ну, одеваешь черные очки, как мотоциклисты. А, люли, люли, люли.